Здравствуйте, друзья. Я хотел так официально, можно сказать, поздравить с днем рождения Наташу Квик. Вы можете сказать, от чего это вы Наташу Квик поздравляете с днем рождения, а остальных блогеров не поздравляете. Я поздравляю всех блогеров одновременно, но Наташу Квик отдельно, потому что она, как бы сказать, такой заслуженный друг нашего канала, снимала видео про нас на мой день рождения, поэтому как бы тут сам Бог велел. Вот. И когда она год назад у нас тут была, делая вид, что хочет быть тестером, у нее было что-то там 12-13 подписчиков, а сейчас у нее там уже 30, и она на Перископе там какие-то большие успехи делает. И я так понимаю, что, конечно, у нее аудитория такая женская. Вот. И многие люди смотрят и нас, и Наташу. Кто-то ее не любит, но и меня кто-то не любит. И там каждого из нас кто-то не любит. Дай ему Бог здоровья. Вот. Может, он поймет когда-то, а может и нет. Поэтому мы... Я думаю, что вот так мы присоединимся. Вот. Если кто-то хочет вместе со мной Наташу поздравить, тогда ставьте лайк под этим видео. А можете даже написать что-нибудь хорошее. А если плохое, лучше не пишите. Все, ребята, Наташу поздравляем. Счастливо.